мы, друзья, можем с вами найти. И вот таким вот образом оно будет, получается, обливать всю траву, которая будет здесь расти. Блин, почему только одна выпадает? Это мало. Я думал, будет больше. Опа, опа, видите? Поливает, 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 поливает и... Или на него не действует, на Magical Crops эта штука? Уже все растет. Так, давайте мы, в принципе, с Open Blocks все закончили. Все, что хотел. Теперь нам нужно перейти на Magical Crops. Вот, Magical Crops. Как видите, здесь эссенция Pickaxe. Нам сначала нужно что? Нам нужно сделать Gold Seeds нужно сделать, Strong Essence. Сначала нужно сделать камень. Смотрите, как нужно. Нам нужно сначала сделать камень слабый, слабый камень, потом регулярный камень, или как там, не знаю, как правильно переводить, потом сильный камень, потом экстрим камень и потом мастер камень. Это будет реально трудно это все сделать, но, блин, о, все. О, выпало две, нет, одна. Почему же? Вот давайте сюда поставим, к примеру. Может, из-за того, что мало места? Или что? Ну уже, давай, 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 расти. Сколько нам нужно? Еще две нам нужно, да? Нет, одну, да. Одну нам нужно. Так. Давай. Я в тебя верю. Я в тебя, блин, верю. Еще последняя. О, отлично, все созрело. Так. Нет, все же только падает одна почему-то, но мне как-то больше тогда везло. Так, все. Валю я вот сюда. Оу, упал, так, хорошо. И смотрите, что там дальше. Мы, получается, с помощью глоустоуна, ой, не с помощью глоустоуна, с помощью гол эссенции мы с вами делаем, как видите, регулар. У нас, получается, вик инфьюжн стоун есть. Дальше, нам нужно сделать обсидиановые ситсы. Для обсидиановых ситсов нам нужно сделать регуляр. Вот эти вот штуки. Ох, боже ж ты мой. Так, ладно, давай вот сделаем вот эти вот сначала. Угу. У меня нету эссенции дастов. Мусорной эссенции, так сказать, как она называется там правильно. Так, weak. Дальше. Оу, не таким вот образом. Не таким. Я перепутал. Ничего, моя вина. Так. 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 И вот так. Все. Есть теперь вот эти вот. Дальше мы делаем из него... Нужно все равно очень много, дико много вот таких вот штук. Так, регулар. И теперь нам нужно еще обсидина. А, обсидина мне-то нету. Стоп, у меня сколько обсидина? Мне только два обсидина, мне нужно еще два обсидина. Для этого нам нужно зайти на мою ферму, слетать, будет по-быстренькому. И накопать себе нормальный... О, вот, можно даже вот здесь это дерево использовать. Оно, в принципе, ничем не отличается от обычного дерева, да. И для этого нам нужно еще взять минимум стоун. Так, все. О, я сломал, что ли? Нет, не сломал. Так, и тогда уже мы делаем все по фэншую, насколько мне кажется. Так, есть, хорошо. И теперь мы делаем вот таким вот образом. Я даже помню крафта из стрима еще, потому что, ну, стрим был буквально час назад или два, я решил заснять серию. Так, у нас есть Obsidian Seeds, и погнали дальше его выращивать. Дальше, после того, как мы вырастили Obsidian Seeds, мы уже сможем вырастить Strong эту... Как Redstone эссенцию делать? Наверное, так же самое. Вот, Strong камень силы получается из обсидиановых. Ну, тоже нам нужно их 8 штук. И, блин, это реально не круто. Господи, куда мне нужно идти? Вот сюда, да. И это, блин, действительно не круто. Нужно сделать день. Так, все, мы сделали день. Ух ты, она даже аж сюда поливается. 43, ну видите, это слабенькая, но для такая, чтобы... Зато она хотя бы поливает и делает вид, что она созревает. Это самое главное. То, что самое главное, что у нее есть главное. И, блин, столько этого всего я делал, пытался сделать в этом... на стриме мы столько всего с вами смогли сделать. Так, пусть тоже будет... Эй, а где...
Семечко не выпало. У меня не выпало семечко. Или же выпало? Не, не выпало семечко. Вы прикидаете, мне не выпало семечко. Это обидно. Придется еще раз крафтить. Ну, ничего страшного. Самое главное у нас пока что обсидиан. О, обсидиан растет, растет, растет. Мне это нравится, что она растет. Так. И созревает. И созревает. Нам нужно только 8 штук. И тогда мы сможем уже скрафтить себе стронг камень. И тогда, я думаю, можно уже заканчивать. Ну, в принципе, я думаю, серию эту я заканчивать не буду никак. Получается, я буду сейчас ее снимать дальше, потом разрежу ее на части. И тогда уже выложу. Мне кажется, пока что вот, выросло. О, видите, два сица вылезло, и это круто. Мне это нравится. Друзья, как только закрыл видеозапись, извиняюсь за то, что я вот так вот прекратил запись, зашли в комнату, просто я забыл закрыть дверь, и я пока решил не записывать то, что я записывал, и смотрите, я по-быстренькому скрафтил себе, ух ты, натюр-эссенция, природная эссенция выпала, и у меня есть также обсидиан-эссенция, так что погнали уже, я это, наверное, буду все-таки пропускать, потому что это вам не интересно, а говорить мне в этот момент тоже нечего почти, так что я лучше не буду, я буду пропускать этот момент, когда я буду выращивать что-либо. Думаю, вы поняли, как я выращиваю. Кстати, там уже с одной с обсидианной эссенцией выпадало столько семян, что вам даже не передать. Так, и теперь мы крафтим из regular stone, делаем strong stone. И у нас уже есть 3 стоуна. Это круто. И мы теперь сможем скрафтить уже золотую эссенцию. Не с тебя, вот с тебя. Нам нужно strong эссенция из regular эссенции. Так, давайте мы сначала понакрафтим, наверное... Дико много нужно нам накрафтить вот именно этой вот штукенции. Давайте по 32 скрафтим пока что. Нам нужно вик. Теперь мы делаем вик эссенцию. Потом из вик мы делаем стронг эссенцию. Из стронг эссенции мы делаем стронг эссенцию. Нет, не с тебя. А вот с регулар делаем стронг эссенцию. И теперь из стронг делаем чипоникс, чипоникс, чипоникс и чипоникс. Так, дико мало мне получается ее. Не хватило на один. Ах, блин, какой я лошарик. Нужно, я же говорю, что нам нужно было потратить все. Потратить все почти мои сбережения. Так, вик. Так. Делаем из этого. Дальше мы делаем из regular stone, делаем еще эссенцию. Так, есть, отлично. И теперь из strong делаем strong эссенцию. Как видите, мы крутые чуваки, у нас все есть. У нас есть уже... Стоп. Regular эссенция. Нам нужно... Как из... Нам нужно еще что ли одно? Как это много! Как это действительно много, друзья! Нам нужно еще тогда прям делать столько эссенции, что это просто жесть. Так, вик есть. Дальше из вик мы делаем... Regular эссенцию. Так, есть regular эссенция. Так, и теперь мы можем наконец-таки скрафтить еще и... Так, strong эссенцию. Так, есть у нас 4 strong эссенции есть и gold эссенция. А, мне, блин, нету. Раз, два, три, четыре. 4 же, да? И все, и теперь делаем из glowstone. Да, отлично, у нас есть теперь glowstone seeds. Отлично, друзья. Это круто, это действительно круто, теперь нам, сейчас вам расскажу, что нам теперь нужно. Ух ты, у нас уже даже созрело, ух ты, да это круто даже, если честно, это реально круто. Потому что нам нужно все-таки обсидиан эссенцию и также эссенцию того всего. Так, сейчас я вам ее забью водой. Так, теперь, чтобы нам сделать хотя бы, наверное, давайте сначала кирку сделаем, потому что кирка нам больше нужна. Нам нужно будет экстрим эссенцию делать. Экстрим эссенция делается из экстрим инфьюжн стоун. Мы его будем делать из... Мы будем делать его из Gold Essence, чтобы сделать Extreme Infusion Stone. Но нам нужно еще так будет также сделать из Glow Essence, нам нужно будет делать Infused Diamond. Так что, друзья, заниматься Magical Cropsum — это с вами наше с вами призвание. Это будет действительно долго, будет действительно нудно, но все же мы должны это сделать. Это как-никак приходится по правилам. Это, ну, как же без этого всего? Как же без мозга
Правство. И давайте мы с вами сначала уже сделаем и Extreme Infusion Stone из золота. Iron Essence я уже, наверное, не хочу делать. Тут еще с Blaze of Essence, с Ender Essence. Ну, давайте мы сначала лучше сделаем вот этой вот программы. Я не помню, на какой кнопочке пауза. Вроде бы на... 9. Всего-то пару минут, и мой огородный конопляный сад разросся очень быстро, и я набрал дико много эссенций. И теперь давайте мы потихонечку сломаем. И знаете, что я заметил? То, что что самое лучшее, это эти эссенции. На них нужно еще подождать, пока они немножко созреют. Еще после того, как они созрели, как уже пишут, что они созрели, то нужно еще немножко подождать, так как они должны еще напитаться, чтобы дать мне не только один саженец, а их сразу, а целых сразу пару штук. Итак, пусть он дальше созревает, и я погнал пока что крафтить. Вот еще один созрел, пам-пам, видите, как быстро, вот, видите, немножко на нем еще полил, и с него вырос, с него упало 2. Ну, может, от этого не зависит, кто его знает. Я не очень сильно в этом моде, я только сегодня в нем разобрался, надеюсь, что у меня все получается. И у нас уже есть 38 обсидиановых эссенций и 15 голд эссенций, и мы можем уже сделать себе даже пару штучек инфьюзед даймондов. Но пока что мы давайте создадим экстрим даймонд. Так, нам нужно, наверное, не регулар. О, так у нас есть кол эссенция осталась все-таки. Так, стронг берем. И берем дальше голд эссенцию. И у нас получается экстрим инфьюжн стоун. Отлично, у нас есть экстрим инфьюжн стоун. И мы можем уже крафтить экстрим эссенции. Но для этого нам нужно очень-очень много дико вот этого даста. Но даста. Так что я пока что этого сделать точно не могу. Но давайте, у нас есть 3 даймонда. И я попытаюсь... попытаюсь просто сделать хотя бы вот этот вот, сейчас я скажу, как он называется, Infused Diamond. Давайте мы попробуем сделать с него что-то, что-либо. И что у нас получилось? У нас получилось один Infused Diamond. Это круто, друзья, и давайте это все сложу. Это все-все-все-все сложу. И также я забыл поставить вот эту вот всю штуку. Пока что у меня все разрастается нормально с Magical Crops'ом, и надеюсь, он меня полюбит, и я его тоже полюбил уже, потому что он действительно крутой. Мне он очень понравился. Так, это так, чтобы не упасть отсюда. Это самое главное, чтобы мы не упали отсюда. И все вещи, которые я тут буду крафтить, чтобы тоже они не упали. А, не там поставил, ничего страшного. Так, так, так. Блин, это все Gold Essence, ладно. Пусть пока что так все растет. И, как видите, у меня пока что с ним, я с ним дружу. И он работает прекрасно. Надеюсь, Chunk Loader работает. И на них, на Magical Crops также, сейчас посмотрю. Show Lasers. Получается, да, он работает и на них тоже. И это самое главное. Так, пока что я их закрываю, это High Lasers. Так, ну все, в принципе, у меня работает, все чанки загружены прекрасно, все прекрасно работает, на него, на поливалочке тоже будет работать, Magical Crops тоже будет тоже работать, расти. И на этом все, друзья, с вами был... А, знаете, что мы еще посадим? Давайте мы еще посадим... Call Essence, я забыл. Тогда уже с вами попрощаюсь, надеюсь вам... Надеюсь, я, наверное, с этого всего выпущу сразу 2 видео по пару минут. Ну, получается, я записывал 15 минут, я разделю серию на 5 минут. Вот. Не говорю на 5 минут, по 15 минут, чтобы мне вышло 2 серии, чтобы вы не скучали. Это самое главное. Так, ну, и мы будем продолжать заниматься также нашим Magical Crops'ом дальше. Так что на этом все, дорогие друзья. С вами был Птица Неркин. Летучая мышь Неркин. На этом все, всем удачки, всех целую вас, всех удачного дня. Не забывайте переходить по ссылочкам внизу, ставить большие пальцы вверх, комментировать, позовите своих друзей обязательно. На этом все, с вами был я, Неркин, подписывайтесь, ставьте лайки. Я это уже повторяю каждый раз, нужно что-нибудь придумать оригинальное. На этом все, всем удачи и всем пока. We'll be right back.